Здравствуйте, дорогие друзья! Секретер – это прообраз современной трансформируемой мебели, эдакий шкаф-стол. Появился в 1730-е годы и очень быстро завоевал популярность во всем мире. Смотрим и удивляемся. Последним завершающим комплексом экспозиции «Дворянское гнездо» является комплекс будуара, где собраны предметы, которые женщина ежедневно в своем быту использовала. И одним из замечательнейших экспонатов комплекса будуара является секретер-поставец персидского ореха крепостных мастеров эпохи Елизаветы Петровны. Секретер-поставец персидского ореха имеет свое название от слова «секрет», «хранитель секрета». И поэтому он содержит огромное количество различных отделений, ящичков, секретных и несекретных, для хранения ценных предметов, драгоценностей, того, что не предназначено для посторонних глаз и посторонних ушей. Но, кроме того, секретер, он выполнял функции рабочего стола. Используя откидную крышку, он превращался в стол, на котором можно было писать какие-то письма. Тут же была расположена чернильница, перья здесь хранились, соли для того, чтобы чернила не слипались. А все дополнительные ящички и выемки содержали какие-то важные предметы для хозяйки этого туалетного столика. Нижние ящики могли использоваться как для хранения бумаг, так и для хранения каких-то вещей. Секретер очень был удобен в использовании и использовал такие конструктивные свои особенности, как съемные держатели, которые могли переставляться на нужный объем для того, чтобы закрепить какие-то бумаги и закрепить определенные папки. Кроме того, были вот такие скрытые объемы, которые позволяли что-то особенное прятать. Ну и кроме того, еще очень много каких-то секретиков, которые хранил секретер. В 18 веке русские мастера, перенимая мастерство европейских мастеров, стали изготавливать подобные предметы. И все отмечали, что мастерство наших специалистов достигло такого уровня, что они ничуть не уступали мастерству специалистов западноевропейских. Данный секретер достался Хакасскому национальному краеведческому музею в плачевном состоянии. И в 2016 году была проведена полная реконструкция с соблюдением всех технологий. И вот сегодня это замечательное произведение мы видим в экспозиции.